Типа. А у тебя через 50 минут через сколько свет рубит? Через 3 часа, а через 2. А, подожди, что? А! Мне уже сейчас должны отрубить. А, да? Угу. Да? Вот такие пироги. А нет. А, у меня еще. А, да, не, еще. У меня еще 2 часа целых. Да ты шо? Ну, все, перепутал графики, все. Котеночек уже расстроился, да ты шо? Нет, маленький мой. Блять, как их называют, сука, я забыл, блять. Нет, маленький мой ухлянтик, ты повоюешь сегодня. Хотя я сомневаюсь, что ты повоюешь. Блять, вот бы знаешь, что вернуть? Старые времена бы вернуть, когда у тебя, блядь, свет не вырубали, нахуй, когда было все айтово, блядь. А не вот это все нахуй. Блядь, такой бред. 2 часа. Ну хорошо, 2 часа, давайте. Я подожду 2 часа, пока система зайдет на сервак. Я даю гарантию, мы повоюем час. Не отрубят свет, блядь, все, давай, пока. Мы сейчас еще целый час будем готовиться к обороне, потому что они размещают свои войска, готовятся к атаке СВО Гойда. Ну, мне, кстати, мышка отрубилась, повоюем, все, повоевали, мне мышка отрубилась. Мы будем полгода ждать, пока они доедут до Москвы. И они доедут только тогда, когда мне отрубят свет. И я буду распределять, я такой, соло, и сдох, все. А все, ничего не будет. Зато мемы. Зато я, когда вижу то, что на меня едет Маус, а в танке нет ракет. Зато мемы 2024. А вот зато. Блять, мемы раньше вообще в соло. Да. О, бро, золотые времена — это зарождение манюньки. Манюнечка. Это зарождение манюнек, копыта, свиньи, пятачки, гниль. Все. Манюньки принес Максим, свиньи принес ты. Ну и копыта тоже. Да, я отойду. Ну, кстати, спасибо украинизации за это. За счет украинизации. Ну, как бы украинизация — наши слоники. За что распалась? Ну. Я тебе скажу так. Весь движ происходил на другом сервере. Украинизация — это чисто прикрытие. Есть, короче, у нас была на украинизации такая организация, как Ukraine Destroyers. Мы занимались доксом поросят, которые были украинофобами. Mm-hmm. Которые шутили по типу «Ха-ха, Буча, больно-больно!» Достаточно сильный мирняк в виде ваты, но который не поддерживает Бучу. Вы не трогали, получается, да? Ну, типа, мы трогали тех, кто типа хохлы, киев, хохлы. Все хохлы должны вымырить и так далее, да? Да, короче, ну ты понял. Радикально настроенную вату трогали. Типа, к обычным свиньям дело, у нас особо дела не было. Мы их максимум троллили, типа, ты понял. Ну, то есть мы их только троллили, но никак не, блядь, не дианонили, не доксили и так далее. Мы задианонили в общей сумме 4 человека. Губанов, Хоккайдо, а хотя Хоккайдо и Губанов — это один человек. Братан, 57 доксов было за всю историю Украины Destroyers. Самый удачный крупный докс — это докс Дмитрия Губанова, поселок Свободный, Хабаровский край. О чем это может говорить? Well. What is mean? Ну, короче, сватнули его маму, узнали его адрес проживания путем фоток. Да-да. Кстати, помнишь ту девку, адрес которой я вычислил по фотке из сторис? Вот и думаете. Это она обосралась. Не-не-не, плюс там, короче, я его в группе увидел, ну, в той же группе, в которой она состояла, типа, пишу: улица Сергея Коновалова. Меня забанили в ней. Камон.
Well. О чем же это может говорить? Блять, 2 часа еще, ну и сука, ну демон, зайди, ну. Терпи, Микола, терпи. Терпи, терпи, хохол типиродный. Терпи, хохол, терпи, родной. Что там у него по этому тесту, блядь? Банка Аллаха. За это время можно, блядь, сходить на работу, родить сына, посадить дерево, родить дерево, посадить сына. Сына? Не, подожди, построить дерево, посадить дом, вырастить... А не, вырастить дом, посадить сына? Все правильно? И построить дерево. Чтоб бы сдохли. Короче. Заметил такую хуйню, то что во время того, как я учусь, взрывы, мутанты, война, во время того, как у меня выходные. Ждем по 2 часа, пока система зайдет на сервер. Заебись. Бля, кстати, тоже заметил. Бля, такая бредятина. И как играть? Типа, блядь, в учебные дни, когда у меня все нагружено, когда мне мозги, блядь, ебут по поводу оценок, благо я умею взламывать журнал, нихуя не происходит. Ой, происходит наоборот. Происходит полномасштабная война. Паразиты выбрались, пауки бегут, сталкер проект. Кастомная карта, 104 локации, а пил-пил-пал-пал, а когда лето? А. Она говорила, какая-то гудная форма, а что за гудная? Ща я тоже заполню. Давай. Я эту обоссанную банку сделал. Ну, зато банка. Все, подожди, сохранить. Ну, там, у тебя там сеанс с психологом, ты нестабильный. Да, все. Бешеная хохлина, блядь. Ой, боже, гугл форма Аллаха. Насри. Крикнул Гойда, захотел. У меня уже глаза красные, бро. Как он наркомана, блядь. Я столько времени на свою жизнь не трачу, как на проекты, блядь. Жизакс-то. Блядь, это как нахуй... как надо, блядь, зависеть быть от проектов, что себя нахуй не уважать, блядь. Зато система зайти не может, и мы с тобой вдвоем на сервере. Заебись. Зачем мы вообще находимся на сервере? Просто бредят. А, кстати, нам придется в красную книгу занести, короче, кустики вот эти из Pam's Harvest Craft. Думаешь? Да. Понял. Знаешь почему? Потому что они не восстанавливаются. Ну только нужно, чтобы был один куст рядом. Да, они растут, я думаю, до системы их стоит. Нет, они растут. Во время ядерной зимы, наверное, будем юзать. А это вполне возможно. В 70-х где-то. Да какие года, нахуй, Гош, забей хуй, блядь. Года уже. Года! Ну, по приколу делать? Типа, бля, системы нахуй. Чекайте, пацаны, ебать, нахуй, ебать. У нас 70-е, блядь. Заебись. Ну, буду, блядь, акацию садить, нахуй. По всей округе, блядь, чтобы нахуй. У нас хоть какой-то лес. Можно 50 тысяч преодолеть?
Я не ебу. Ну ты не успеешь за 2 часа, я, блядь, 60 тысяч за пару, я, блядь, за 5 часов, нахуй, за 60 тысяч бежал. Короче, я вот что делаю, когда добываю кустики, я оставляю 2 куста. Это нормальное количество. Ну и даже одного, но если один, то они очень медленно растут. Ну, то типа разрастаются. А, нет, нормально так. Сюда, все. Добыл пару кустов, чуть-чуть еды есть. Я на спавне сейчас оставлю чуть-чуть еды, чтобы люди, которые зашли, не голодали. У нас, блядь, дырки по всей территории, блядь, очищенной. Заебись.